Ну, мы-то накупаемся. Пролив между островами Хевлок и Нил. Нас торжественно встречает важный Наполеон. Проливы всегда интересны. В них обычны мощные течения, в которых живут и кормятся крупные обитатели пелагиали. Здесь не раз видели гигантских морских дьяволов, океанических мантареев. Могут забрести акулы и даже киты. Но это если повезет. Нам достался лишь парад старых знакомых. Окуньков, спинорогов, синепятнистых скатов хвостоколов, креветок, скорпен и веерные кораллы горгонарии с облепившими их морскими лилиями в чистейшей воде – великолепное зрелище. Уходим на берег, заменим баллоны, перекусим и опять под воду. Запад острова. Тут встречали дюгоней, но и без них говорят много интересного. Посмотрим. Ну и кто тут? Анемоны и клоуны, окуни, мавританский идол. Рыбу по имени Жабр из мультфильма «В поисках Немо» помните? Он. Домоседы угри в своем саду. Никогда не покидают свои норки, питаются планктоном. Про симбиоз рыб-бычков с креветками мы уже рассказывали, но здесь удалось подкрасться и понаблюдать за процессом постройки жилища повнимательнее. Полосатая морская змея. Ядовита, но, к счастью, не агрессивна. Днем обитатели рифа не активны. Рыбы-ежи и мурены сидят по норам. Рыбы-бабочки и каменный окунь прячутся от суеты в кувшине морской губки. Сладкогубы дремлют в тени коралла. Хищные скорпены-крылатки жмутся к своему гнезду. Их штук 30, не меньше. Нам никогда не приходилось видеть такого их количества вместе. Обычно они держатся парами. Защищая семью, самцы буквально атакуют нас, выставляя вперед свои ядовитые плавники. Держим дистанцию. А вот уникальная встреча. Огромный группер. В нем точно больше 20 килограмм. Дремлет в вырытой им песчаной ямке в окружении рыб-чистильщиков. Потревожили, поспать не дали. Отныряли, по дороге домой любуемся пляжем с видом на закат. Сходим туда вечером. Лакшманпур Бич или просто пляж номер один. По вечерам здесь собирается публика. Уход светила в воды Бенгальского залива – популярный спектакль. Основная доля туристов – индусы. Многие из них никогда толком моря не видели. Народ любуется, общается, перекусывает. Вечерние развлечения. Других на Ниле нет.